Prophet presents. In the beginning, there was the beat. Then it got faster. Finally, the bass music is the trend. Yeah! Bassland Show by DJ Prophet. Every Wednesday at midnight on DFM. Друзья, как обычно, с вами я, DJ Prophet, меня зовут Кирилл, представляю на DFM, федеральная радиостанция, самая лучшая танцевальная.
Представляю программу Blazing. Ой, Baseline, господи, Baseline, да, все верно. А, в общем-то, сегодня я представляю свои любимые треки, как старенькие Drum and Bass, конечно, также и зацепим новое, различное звучание. Начали, конечно же, с мейнстрима. Matrix и Future Bounce сделали ремикс замечательный. American Beauty VIP. ВКонтакте прямая трансляция. Большой привет тем, кто смотрит сейчас. wiki.com/djprofit. И суббота будет очень насыщенная. Две тусовки драм энд бейсовые. Но причем они немного такие разнятся. Одна из них олдскульная, которая представляет весь спектр джангл и драм энд бейс музыки начала 90-х, заканчивая сегодняшним днем. Это Big Rewind, Groove Den, и устраивают, везут специального английского гостя, старейшего тоже пердуна, как они сами. L-Double, есть такой чувак, да, про него вот Грув в своей программе «Танцы для всех» рассказывал, конечно же, играл старенькие-старые добрые хиты. Я там появлюсь под утро, буду представлять, так сказать, новую школу, также техстеп зацепим, конечно же. Ну и начало субботы я буду играть на Drum and Bass Intense фестиваль на Взил-арене, да, там мой сет состоится с 2 до 3 ночи, поэтому, друзья, всех милости прошу. Также помимо меня выступают Гидра, Кодекс, Encode, MG Free, Walrus, конечно же, ребята Green Vibes, которые являются главными организаторами. Большое спасибо за приглашение, молодцы. Помимо того, что пишут музыку клевую, вот решили еще заняться организаторской деятельностью. Ну что же, поможем, поддержим, так сказать. We'll be right back.
обожаю эту композицию. Lost Star Rundown. Их новый альбом. Друзья, я потихонечку, на самом деле, собираю самые лучшие треки, отбираю за 2017 год и весь вторую половину декабря, может быть, на январские праздники. Я буду делать несколько эфиров, посвященных лучшим трекам Drum & Bass, Dubstep Trap. Конечно же, большую часть эфиров придется на долю Drum & Bass, ну, конечно же. DJ Prophet, broadcasting live over the capital. На улице, в принципе, прикольная погода, сыпет снег, сразу же тает, слякоть, но ничего, зато на DFM у нас клевое настроение, бодрое. Я представляю старенькие любимые треки Drum & Bass, также скоро перейдем и к новым. И в частности, я скоро начну представлять новый альбом Drum Sound & Bass Transmit, который только-только вышел, прям горячий, с пачки, да! От Subfocus'а Circadian. Достаточно такая неординарная для него. Немножко не похожая, если услышать эту композицию, не знаю, артиста. Но зато она клевая. Чувак молодец. И, кстати, я от него жду один ремикс на... Потом скажу, забыл. Погнали! Первая композиция и заглавная с альбома Drum Sound Bassline Smith'а War Dance. Yeah! Yeah.
You are listening to DJ Prophet. Ну и, кстати, что касается февральского World Drum and Bass, который пройдет в Известия Холл, мы уже засветили парочку артистов. Одни из них — это Prototypes, Лёшка N.A., да. Также близнецы из Санкт-Петербурга, мои любимчики, Gutcher Ruin, да. Ребят, следите за новостями тусовки. Заходите в официальную встречу фестиваля ВДБ Москва ВКонтакте, конечно же. Ну, также можете посетить сайт, который еще находится в стадии разработки, но не суть, билет все равно там можно купить, и кнопка там есть, вот это вот, куда нажимать, да. Drum.ru, официальный сайт, и встреча ВДБ Москва. Напоминаю, что с вами я, DJ Prophet, меня зовут Кирилл, представляю Bassland Show на DFM каждую среду с нуля до часу ночи. Сегодня представляю любимые треки Drum and Bass и также новые. И сейчас представляю новый альбом Drum and Bass от Slaves, да. We'll be right back.
такой вот, собственно, альбом родили ребята. В принципе, он такой мощный, драйвовый, танцевальный, немного однообразный. Треки в коем-то, в какой-то сфере, мере похожи друг на друга. Ну, собственно, это их зато фирменный саунд. В принципе, мне нравится. Твердая четверка с плюсом, даже, наверное, пятерка. Еще прислушаться надо. Итак, в Англии прошло... Номинация от Drum & Bass Arena, Drum & Bass Awards, она называется, 2017. Итак, сразу же оглашу весь список победителей. Best DJ NDC, конечно же, считаю правильным, справедливым. Best MC DRS, поддерживаю, согласен. Best Producer, Scamma и Crooked. Ну, фиг его знает, но, допустим. Best Label, Hospital. Ну, тоже фиг знает, я бы отдал номинацию Ram Records. Они в этом году очень хорошо потрудились, постарались, в частности, выпустили альбом вот от Lord Star. Также есть альбом от Teddy Killers. Так, сейчас я кое-что сведу и вернусь. Продолжаем треп дальше. Best Track, номинация Camo и Crooked, Amber, с их нового альбома. Ну, тоже фиг его знает. Не знаю, он такой достаточно сопливенький. Но да бог с ним. Best альбом, лучший альбом Camo и Crooked, Mosaic. Ну, тоже не согласен. Best Remix, Metric, We Got It от Spire. Ну, вполне сопливенький. Best Club Night, Hospitality. Ну, да, в принципе, конкурентом Рэм, день рождения Рэма было, но да бог с ним, Hospitality было больше. Да, Best Festival, Let It Roll, ну, конечно же. Тут даже и других, в принципе, других вариантов и не может быть. Best Newcomer 1991, вот как раз-таки играет от него композиция под названием Kabuki, вот как я прям вот подгадал, так сказать. Вот такой вот Future Beats трек. Best Newcomer Label 1985. Да, Best Video это Noisia Tentacles, согласен, мощное видео. И Best Vocalist Tasha Baxter, тоже согласен, поддерживаю. Молодцы. Один из моих любимчиков тоже Rockwell. Привозили мы его как-то на World of Drum and Bass несколько лет назад. Композиция Detroit. Взрываем! Best of Show DFM. С вами DJ Profit. Drum and Bass. We'll be right back.
Что такое? Что? Давай. Что случилось? Эй! Ну! У меня все зависло, пацаны, это просто фейл. Класс! Я ждал этого. Ну давай что-нибудь, ну пожалуйста, ну давай, ну рожай. Ну давай, пожалуйста. Ну что ж ты будешь делать, Дима, сумка? Блин. Чем помочь? Да что делать? Своди. Где моя сумочка маленькая? А, вот она. Вот это фейлял. Текс, давай. Почему?
gonna send this one out to all the ravers that go out on the weekend all over the UK. Just keep raving until they run out of breath and be resuscitated. You know this call, this one's yours and it's raw. Goes out to the London Mass, absolutely cruise controlling on this one. Небольшая заминочка произошла, что-то мой компьютер взбрыгнул. Пришлось по-быстренькому перейти на SD-карты. В общем-то, эфир продолжается в любом случае. Да, в любом. Выйдем из любой ситуации, и музыка все равно будет звучать у нас всегда. Да, друзья?
boss and I've been the trillest. I'm a bigger problem when I click with Skrillex. Murder on my mind, it's time to pray to God. My revolver's not religious, the revolution's born. You wanna know my name, to go and tell us all. You wanna know my game, Suicide Squad. Pistol on my waist, I might make a mistake. Headshot, oh my God, am I crazy? Drugs every corner, this is Gotham City. Kill a cop, can't even kidnap you to cut out your kidney. Ain't no mercy, got that purple Lamborghini lurking. Rosé, so she know that pussy worth it. Flooded Rolex at the Grammy Awards. They still selling dope, that's those Miami boys. Вот за один вот этот вот ремикс я бы дал бы Best New Remix ребятам из Teddy Killers, наши парни. Кстати, удивительно, что ни одного из наших продюсеров не замечено вот в этих вот номинациях, ну, точнее, выигравших. А жаль. Одни англитосы практически. I have just begun. Don't be begging for your life, cause that's a lost cause. High stakes, body armor, suicide, boy. This is time for games and it's the time to kill. Make up your mind, baby, cause the time is here. Capital murder, capital letters. Yeah, she catching my vibe, but she can't fathom my chatter. Need a couple gang members for these new endeavors. Teddy Killers. We'll be right back.
конечно же, легендарная композиция Underworld Burn Sleepy приобрела она популярность в фильме после выхода фильма «Трейнспоттинг». Конечно. Бутлег сделал «Кулкулон». Очень клевый. Такой танцпольный ремикс, добрый. Слушаем. С вами Диджей Профит, я еще 10 минут. Еп. Освежили, так сказать, топ-кэта. Хочу еще раз пригласить всех в эту субботу на Big Rewind Club Правда, где играют Groove Den, я и специально приглашенный гость из Англии L-Double, Flex Records. Начало мероприятия в 23, закончится в 6 утра. Я, собственно, буду играть под утро. А приеду я туда из клуба Zill Arena, где буду играть с 2 до 3. Это будет Drum & Bass Intense Festival. Со мной играют Гидра, Codex & Code, MG Free. И, конечно же, ребята Green Vibes. И многие-многие другие. Суббота будет очень насыщенной. А под утро меня ждет замечательный бокс Ломаченко Вася против Ригонда Гильермо. Надеюсь, он его разорвет. Все-таки амбиций у него много, но я думаю, он его проучит и покажет, как надо технично боксировать. Вася, мы с тобой. Special dedication to all the old man. When cats are talking, pay attention. Follow me, no muscle, man, so follow me, no.
А это одна из самых моих любимых композиций за все время. Trey to Mines. Ох, как я ее люблю. Друзья, я еще с вами 5 минут. Bass and Show, DJ Profit, Drum and Bass. Наши парни, решил под конец завершить композиции от них. Это Питер, Озма и Low Riders. Композиция под названием Smoke and Style. Друзья, я с вами прощаюсь, у меня осталось буквально секунда. Спасибо, что вы были со мной. Увидимся, услышимся в эту субботу в двух клубах Правда и Зил Арена. Эфир в скором времени. В общем-то, всем спасибо, люблю, пока. Одевайте теплее. Боу! Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke.